Куш в энциклопедии Русской Америки. Владимир, несколько слов о себе, биографические данные, пути большие и так далее. Родился в 65-м году в Москве, коренной москвич, все родственники родились в Москве, и дальние тоже. С 7-летнего возраста ездил в художественную школу Краснопресненского района, 10 лет там отучился, потом в Строгановской академии. Закончив, сразу уехал в Америку. Ну, я так понимаю, 65-й год, то есть к перестроечным годам, к 85-му, 87-му году, самое время перестройки вы захватили. Это было очень такое интересное время, рассвет различных независимых и галерей, и различных объединений художественных. Несколько да, слов об этом. Меня, на меня очень сильно повлияло это, поскольку я помню себя в 12-летнем возрасте, 15-летнем возрасте скорее, когда я стоял в длинной... ужасно длинные очереди на Малой Грузинской, где выставлялись первые авангардные художники. Двадцатка? На меня, двадцатка, да. И на меня это очень сильно повлияло, поскольку в это время невозможно было ничего увидеть подобного. В те времена у меня была единственная картинка Сальвадора Дали, это «Горящий жираф». «Invention of Monsters», я теперь знаю настоящее название. До 23 лет я не видел никаких других работ Сальвадора Дали. Это единственное было... вырванная из альбома репродукция его. Ну, хорошо, а 87-88 год, тогда, в общем-то, культурная жизнь столицы, она бурлила. Ну вот как только открылся Арбат для художников, я был один из первых художников. Наверное, я был самый первый художник, который сел на Арбате и поставил рекламу. И рисовал портреты для заработка. Это было во времена, когда я учился еще в Строгановке. И в это время как раз много иностранцев ходили по Арбату и приглашали в посольство к себе рисовать портреты уже маслом. Что со мной и случилось, как меня пригласили в американское посольство, я туда попал, и, собственно, начались такие отношения, где я стал практиковать английский язык уже более реально. Хотя с английским языком не было особых проблем, поскольку в 5-летнем возрасте меня обучал мой дядя, который был профессиональным переводчиком. И позднее просто нужно было все это освежить в памяти. А каким образом попали в Соединенные Штаты? Вот это приглашение от посольских работников, которых я рисовал портреты. Многие из них были ЦРУшники, спрятанные, естественно. Я к ним ходил довольно часто, пока тогдашнее КГБ не стало за мной следить. Однажды пришел ко мне в мастерскую такой товарищ, представившись лейтенантом КГБ, показал свое удостоверение и, указав на портрет доктора Вульфа, медицинского атташе из посольства, сказал, что его интересует этот предмет. И с тех пор я перестал туда ходить. Но, тем не менее, приглашение было выслано, и я поехал. По этому приглашению. Первый раз я съездил в Америку, когда я еще учился в Строгановске, это был 89-й год. И полтора месяца пробыв там, естественно, я решил, что следует мне после окончания уехать, видя, что происходит в России. Ну, я решил, что для художника лучше всего это получить образование в Европе, а уехать в Америку, чтобы приложить свои умения. Это удалось, приехать по второму? Это удалось, но, как всегда, эмиграция совершенно другое, это нечто другое, и восприятие этого абсолютно иное, чем просто поездка. И когда я эмигрировал, когда я остался, это была уже отдельная история. Собственно говоря, у меня была выставка в Германии, после которой, в результате которой я продал 4 работы, и с этими же деньгами, от этих 4 работ, может быть, там было $3000 в это время. Я сел в самолет и улетел из Франкфурта в Лос-Анджелес, куда послал свои работы одному дилеру, который в это время отказался уже выставлять их. И прилетев туда, я позвонил, просто бросил 25 центов в автомат и попросил меня забрать из аэропорта, на что посыпались страшные русские матюги. Тем не менее, я провел одну ночь, но я познакомился в самолете с одним американцем, которому я позвонил
на следующее утро и попросил его найти мне жилье. Он нашел это жилье очень далеко от того места, где я должен был находиться. Естественно, это было самый дальний конец Лос-Анджелеса. И там я сидел в гараже с черными, рисовал картины, продолжал. Ездил на трех автобусах в Санта-Монику рисовать портреты. Когда деньги закончились, в самом начале, когда я туда поселился, и закончились деньги, я решил поехать в Санта-Монику, чтобы подработать. Дорога такая длинная, что это нужно пересаживаться на трех автобусах. Естественно, я влез в один автобус, у меня был последний $20. Я вставил его в автомат, чтобы заплатить. Но автомат-то сдачи не выдает. Поэтому я всю дорогу, которую остальные два автобуса, я шел пешком, короче говоря. Дойдя до Санта-Моники, я как понял, что со всеми этими моими мольбертами и этюдниками, я, придя туда, конечно, все ноги были в крови буквально. Поэтому после этого я решил уже не ездить, а уже заработать там денег. Поэтому я сел, рисовал два портрета, пока меня не выгоняли с этого пляжа. И ночевал я там, в Санта-Монике, вместе с бомжами. К утру все лавочки были заняты. И холод был страшный, потому что это был конец ноября в Лос-Анджелесе. И ветер дул с океана. Я клал на себя этюдник. Так вот, и таким образом спасаясь от холода. А ближайший бомж на ближайшей скамейке мне протягивал бутылку пива для согрева. Ну, это по-товарищески, это правильно. Да. А как удалось выйти из этой ситуации? Ну, все зависело от искусства, конечно, от картин. Я же никогда не бросал писать картин. И несмотря на рисование портретов, я зарабатывал только ровно столько, чтобы выжить портретами. Я продолжал писать картины, хотя многие годы это было в стол буквально. Я ходил по галереям, отдавал в галереи свои работы на комиссию. Они могли лежать там год, никто их не выставлял, естественно. Потому что в это время в американском рынке считалось совершенно немодным выставлять сюрреализм. А лейбл приклеивался сразу. Когда люди видели работу, они говорили, это сюрреализм, он не продается. Они не видели разницы. То есть, на первый взгляд, это выглядит как сюрреализм, сразу черная метка. Собственно говоря, сейчас-то во многих галереях они считают почти что обязательным иметь хотя бы одного сюрреалиста. Но это результат, так сказать, того, что я пробил дорогу. Протарил тропинку, так сказать, другим художникам, которые работают в жанре фэнтези, можно сказать. А с какого рубежа началась, собственно, успешная какая-то вот продажа? Наверное, занимает, как ученые доказали, занимает почти что 10 лет битья в одну точку, пока не пробьешь. Вот у меня заняло, возможно, почти 10 лет, прежде чем из вот этих начинаний получился результат. Картины. Я очищал свой язык, артистический язык нужно было очистить. Я его очищал от всего ненужного. И он должен стать читабельным для большинства людей. Вот этот поиск метафоры, поиск себя продолжался почти 10 лет. То есть работы, когда вы смотрите на мои работы, которые были написаны в этот период, они, возможно, не совсем дотягивают до того уровня. И вот 89-й год, это год переломный, поскольку я написал серию картин, которые привели... 99-й или 89-й? Нет, это 98-й, это я начал работать в этом жанре скорее. А 89-й год, это я начал работать в этом жанре. 98-й, это был год перелома. 98-й. Это произошло, поскольку вы связались с каким-то арт-дилером, с какой-то галереей или перелом творческий? Скорее творческий перелом. Найдя себя, дилер был неизбежный уже. А найти как, дилера. Как вас нашел рынок или как вы нашли рынок? Значит, моя карьера, как ни странно, началась не в Америке, а в Гонконге, куда я переехал в 93-м году.
Меня заметил один французский дилер, который договорился о моей выставке в Гонконге, куда я переехал вскоре после этой успешной выставки. До этого у меня работы не продавались вообще. Если они продавались, эти были штучные продажи. Я уехал в Гонконг и работал там, делал обложки для журналов всех знаменитых людей Гонконга, писал сюрреальные портреты в сюрреалистическом стиле, так сказать. И сделал две выставки, я сделал две фрески там для гонконгской, для шанхайской банковской корпорации и для Мандарина отеля. И там же я работал, там же была галерея в Мандарине и Shoney Art Gallery. Вот в этих двух местах я выставлялся. Но Гонконг присоединился потом к Китаю, и многие европейцы, которые были единственными коллекционерами в это время, поскольку китайцы покупают только лишь своих, мне пришлось уехать обратно в Америку и, собственно говоря, начать сначала. Но исходя из того, что у вас своя галерея, в рынок вы все-таки не поверили? Рынок других галерей, которые бы вас выставляли. Да, я, конечно же, начал с рынка других галерей, понятное дело. И после этой серии работ, которые вот я сделал в 1998 году, кстати, уехав в Россию, просидев несколько месяцев там, подаль от этой динамичной жизни, поскольку я верю в то, что динамическая жизнь, вот такая современная жизнь, которая динамическая, она уводит от творчества. Тусовка – это антитворческая вещь. Нужно было отсидеться. И в это время как раз это было самое плодотворное, когда вызревали какие-то идеи, которые нужно было воплотить, и совершенно не думал о деньгах на самом деле. И многие работы, которые были написаны, не думая о деньгах и не думая о их коммерческом успехе, оказались наиболее коммерчески успешными. Например, «Нерон». Вот работа у меня есть такая. И пришлось все равно открывать свои галереи. Дело не в этом. Это пришло естественно. Открытие своей галереи, это пришло естественно. Сначала я выставлялся у одного француза, и один из продавцов мне сказал, что ты знаешь, что на твоих работах уже полмиллиона долларов сделали? Об этом я, конечно, не знал, но вот он решил, этот продавец, стал первым моим дилером. Он ушел оттуда и стал моим первым representative, так сказать, представителем. Первый наш офис мы организовали на его яхте. Так как он был в прошлом моряк, он приплыл в одиночку на этой яхте из Лос-Анджелеса на Мауи и жил на своей яхте. Там же мы организовали этот офис. И выходя в море, нас как-то провидение берегло всегда, поскольку, несмотря на огромные волны, которые на нас нападали, я стоял за рулем, как новичок, так сказать, и факс, и телефон, и компьютер грохались там внизу об пол, но ничего не ломалось. Сколько у вас сейчас галерей? Сейчас 4 галереи. Где они находятся? Одна находится на Мауи. Это самая первая галерея, которую мы открыли. Это на Мауи. В Лагуне-Бич, Калифорния, и две в Лас-Вегасе. Я так понимаю, что вы кроме изобразительного искусства уже занимаетесь сейчас и скульптурами, и ювелирной. Я считаю, что метафора может жить в разных измерениях. И в трехмерном измерении, и в скульптуре, и в декоративном виде, как ювелирные изделия, и тем более в кинематографе тоже. То есть вы сейчас занимаетесь и мультипликацией тоже? Анимацией, да. Какое-то изречение, можно по-английски, любимое? Изречение. Вот есть такой стих Уильяма Блейка. To see the world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. Уильям Блейк в этом четверостишье описал то, чем я занимаюсь. Спасибо. Спасибо вам.